Блять, началось. Начался движ сейчас. Все вот люди, которые сюда пришли, пиротехники, будут ее подрывать. Пойдем поджигать ее, быстрее. Ну, что есть, на, вот эту доставай. Давай еще что есть поджечь. Бомбочка! Да подожди, она сейчас взорвется. Прости, хватит кидать меня ракетой. Мы приземлились в Москве, идем в терминал С. Ну, я иду в надежде, что меня все-таки выпустят. Ну, короче, если не выпустят, вы этого все равно не увидите. Мы прошли паспортный контроль. Мы прошли таможню. Нас никто не остановил. Мы Сашку вперед послали, потому что его преданность больше, чем у меня. Вот. Его спросили: а вы давно билет купили? В прошлой жизни. Вы его лучше это. А мне его подарили. А что тебе? А тебе подарили. Вот. А меня уже не спрашивали. Опа, я сниму сейчас. Люди. Так себе. А, ты не видишь, да? Я сквозь вижу. А ты как так воткнул ее? Аэропорт пустой. Никого нет. Вроде пандемии нет. Да и людей нет. Где люди-то все? Люди, видимо, где-то там, указывают, а там нет. Короче, либо не объявляют уже в аэропорт, либо вчера еще улетели. Либо все улетели вчера. Вообще ни одного объявления, да? Нет, тишина вообще. Тишина. Главное, чтобы с аэропортом не получилось, как с пиццерией Папа Джонс. Просто закрылось. Наконец-то хоть какая-то суета, да? Да. А то все так движуха началась. Мы летим, нас пропустили. Самолет. Так, все, мы на борту. Никаких препятствий? Махадев? Все, садимся в Дели. Опять маску надел. Так, сейчас надо будет пройти паспортный контроль, показать сувитку, а дальше возьмем такси и поедем в Ришикеш.
Ну что, паспортный контроль мы прошли. Сувитху пока мы никому не показывали. Может быть, где-то дальше. Но я что-то уже не уверен, что ее нужно будет показывать. Мое слово, закон. Все будет хорошо. Вот мое слово. Вышли мы, короче, из аэропорта. Начались торги. Обсуждаю тему стоимости поездки в Ришикеш. Все, уже торговля началась. Опять эти безумно долгие торги. В итоге заделись поедем. Хотя мы знаем, что до Ришикеша можно доехать за 7,5, но ехать туда долго. В прошлый раз парень знакомый доехал за 6, по-моему, за 6,5, но он один на малолитражке, а нас 5 с багажом, большая машина, в итоге за 9 поедем. Ну, кофеек я возьму, я вообще обожаю Индию. Ну, это типичная Индия. Вон, грузимся в большую машину и отправляемся. После длительных торгов мы все-таки обрели такси благодаря Саше. Он все-таки мастер торговаться. Я по другой цене торговался. Да не, ну плюс-минус 100 рублей. Конец томат. Саш, скажи, что происходит вообще? Я не понимаю. Мы сколько раз где там останавливаемся? Мы что-то везем еще параллельно? То есть мы параллельно едем и дела какие-то решаем на этой машине? Нет, просто водитель, он, ему отдохнуть нужно, он любит покататься по штату. По кафешкам, да? Да, по штату, по кафешкам. Я просто спал. На уикенд ему хорошо съесть в Ришикеш, а окунуться маленько. Без колонки станет. Ну это понятно. А что там случилось? Бензин надо заправить. Подъезжаем к Ришикешу. Тут поворот, да. Мы уже по Ришикешу едем. Уже едем, да? Да, мы уже в Ришикеше. Нам повезло. Мы попали на праздник Дивали. Все, мы выгрузились из такси. У нас уже потери. Потерялась куртка. Если кто найдет куртку, пишите. Но я думаю, мы найдем нормальную другую куртку. Еще лучше прежней. А может, не найдем. А это знаменитый мост через Гангу. Вот это новый мост строили там. Да, я чувствую, как под моими ногами гуляет мост. Задача найти номера, обменять деньги и не попасть под мотоцикл.
Мы тут, значит, такие сидим, людей коров кормим. Так, ну, в общем, поели. Сейчас надо симку сделать, как обычно. Можно почистить ухи. Здесь еще это модно. Ходят люди, уши чистят. Ну, если кому интересно, обменный курс 81 рубль. Рупий за доллар сейчас здесь. Сим-карту сделали, деньги обменяли, ребят в кафе отправили, все кушают, наедаются, а вот они возвращаются. Сейчас должны позвонить по поводу рент-рум, пойдем мы искать, снимать дней 10-12, так кто его знает, здесь побудем, а там уже видно будет. Сейчас же идет праздник Дивали, возможно будет крутая ночь сегодня. Вот, человек, наверное, по наушнику с Богом, да, разговаривает.